Сегодня заместитель губернатора Елена Пахомова встретилась с командой КВН «Кембридж». Впервые в истории игры кузбассовцы вышли в полуфинал высшей лиги КВН в Москве. Сейчас команде предстоит подготовка к фестивалю в Юрмале и к 1/2 финала. По поручению губернатора членам «Кембриджа» вручены денежные премии. Мы будем очень болеть за них и переживать, когда они будут играть в полуфинале. Сейчас ребята получили приглашение на «Поющий Кивин» в Юрмалу. Мы очень надеемся, что они там замечательно выступят и прославят Кузбасс на всех уровнях.